Сколько восторженных слов было сказано мужчинами о красоте женских рук. Красивые руки – это не только гладкая здоровая кожа, длинные тонкие пальцы, а еще и ухоженные ногти. Здесь современной женщине не обойтись без маникюра. Самым распространенным является классический обрезной маникюр. Это единственный метод обработать неухоженные ногти с травмированной кутикулой и заусенцами. При обрезании ногтевой кутикулы возможны микротравмы, а значит, есть опасность занесения инфекции. Неправильно сделанный обрезной маникюр в основном опасен тем, что может появиться какие-то воспалительные процессы. То есть кутикула может быть повреждена, и в связи с этим будет немножечко воспаление, покраснение. Этого очень просто избежать. Стерилизуй инструмент, выполняй маникюр правильно. Если вы делаете маникюр дома самостоятельно, вам необходимы индивидуальные инструменты. Их нужно предварительно продезинфицировать спиртом, обработав руки и ногти. Самое важное правило – лучше срезать не до конца, чем травмировать ногтевое ложе. Руки к маникюру необходимо подготовить. Подготавливаем ноготочек, то есть поправляем форму, если где-то что-то нужно, отодвигаем кутикулу. Следующий этап – мы размачиваем наши ручки, опускаем их в теплую воду, мыльный раствор. На где-то 7-10 минут. Вода должна быть чуть выше, чем температура тела, чтобы у нас именно прошло распаривание. После мы снова апельсиновой палочкой пододвигаем где-то, если что-то нужно, и уже непосредственно щипцами мы убираем кутикулу. Делать маникюр самостоятельно неудобно, поэтому большинство женщин предпочитают услуги специалиста. Обратите внимание на то, чтобы мастер обрабатывал инструменты, обязательно использовал стерилизатор. Палочки и пилочки для работы должны быть одноразовыми. Неправильно сделанный обрезной маникюр может вызвать воспаление, занесенная инфекция нагноения, и в этом случае придется обращаться к хирургу. Вот почему я стала ходить к Юле, потому что я делаю это, возможно, неаккуратно, а когда я прихожу к Юле, то есть я вижу, что висит сертификаты, она делает стерилизацию, все чисто, все аккуратно. Соответственно, я предпочту ходить к профессионалу. Классический обрезной маникюр хорошо использовать в качестве скорой помощи для ногтей в любом состоянии. Важно предусмотреть все меры безопасности и доверять только профессионалам.